Я знал, здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем проходить. Проходить, проходить. Вот я со цветочками и бегу. Есть. Бонус 5. А что там? Здесь нет ничего, да? Хорошо, хорошо. Я рад, что ты пришел. А я-то как? Маркус, я не хочу. Оставь меня в покое. С меня хватит, Лукас. Ты всегда везде один. Ни с кем не разговариваешь, ни с кем не играешь. Я начинаю думать, что ты псих. Странный ты, и это уж точно. Нихуя ты, братец. Это плохо? Ты еще священником стал? Ну давай, ради меня. Поиграй сегодня вместе со всеми. А может, пятки? Можно пойти в четвертый ангар. Нет уж, ты же знаешь, что нам запрещают там играть. Какая разница? Можно пролезть через дыру в заборе, как в прошлый раз. Нас никто не увидит. Мы можем попасть в ангар через запасной выход. Отличная идея. Пошли! Лукас, ты идешь с нами? Готовьтесь. Ангар 4, он взорвется. Маркус и остальные ребята сгорят. Быстрее, нужно кого-нибудь предупредить. Нужно спасти их, пока еще не поздно. А, мне типа надо быстро, нихуя вы. Да куда ты, блядь? Стой, стрелять буду! Пау-пау-пау! Да ну нахуй. Чё, каждый раз заново? А как он меня увидел? Thank you.
Вай-вай-вай-вай-вай. Я себе. А, я, конечно, все понимаю, но, блядь. Надо, чтобы они разошлись, да? Да они же так, блядь, 3 часа нахуй будут расходиться. Да вы заебали. Блять, слава богу. Типа, а куда мне надо было пробежать-то? Блять, какой ты хуй, блять? Где ты меня видишь там? Сука. Да что с камерой-то, блять, господи. Стой, стреляй. Ой, да ты, блять. Стой, иди нахуй, блядь. Господи, блядь, боже ж тобой, помоги. То стой, стрелять буду. Стой, блядь, сейчас стрелять буду. Блядь. Ой, блядь. А нельзя как-то эту хуйню, блядь, ускорить, нет? Стой,
стрелять буду. Да. Стой, стрелять буду и все, блядь. Я не могу понять, куда мне там пиздовать. Может, за ящики зайти надо будет спрятаться? Да взрывайся уже нахуй, этот ангар ебаный. Сейчас еще буду выебываться их, блядь, спасать. Сука, ну конченое управление, блядь. Вообще кончито, блядь. Сраная нахуй. Съебал ты, блядь. Капец дал ебаный. Давай, блядь, быстрее нахуй. У нас тут как бы время истекает. Время, деньги. Он на этом уже, блядь, замерз нахуй, пока это воспоминание вспоминается. Гребаный придурок. Теперь... Стой, стрелять! Да как? Какой стой? Куда, блядь, стрелять ты, блядь, будешь, нахуй? Ты заебал, блядь. В чё ты будешь стрелять? Кто меня палит? А меня там уже палят, блядь. Типа, я вообще типа не врубаюсь. Я понял, куда мне. На вот этом ёбаном посту там чувак стоит. А как мне его-то, блядь, обойти? Я вот этого не пойму. Ёбаный в рот, а я-то думал, а оно-то вот оно что. Ебаться, сраться, нахуй. Делаешь? Ты же вроде не хотел играть. Маркус, беги отсюда! Ангар скоро взорвется! Да? С чего бы? Не спрашивай, Маркус, беги отсюда! Просто ебывай нахуй! Я пойду поищу остальных!
Так, сейчас у меня будет время ограничено, да? Отсюда, ангар скоро взорвется! Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, Лукас. Ты тормоз. Меня послала найти тебя твоя мама. Пойду скажу ей, что ты тут ошиваешься. Что? Мама? Скажи ей хоть слово, и ты покойник. Я с тобой потом разберусь, урод. Что тут делаешь? Игра кончилась, все ушли. Можешь выходить. О, здорово. Почему мне никто не сказал? А чё он там завис-то, блядь? Придурочный. Блядь, я ж сейчас не успею. Блять, а где еще? А где еще, блять? Да все, сейчас время истекло, я сдох. У меня нет времени, нужно выбираться отсюда, пока все не взорвалось. Лукас, ты ранен? Нет, так, пара царапин. А остальные? Маркус, я сделал все, что мог, я не смог вывести оттуда всех. Лукас, как ты узнал, что это произойдет? Я видел то, что будет. Не спрашивай, как. Ты знаешь, тебе не поверят. Знаю. Лукас, ты в порядке? Лукас, ты меня слышишь? Еще в говнище, блядь. Одного пидора не спас, потому что я хуй наделал! Я много поспрашивал. Разумеется, не сообщай твоего имени. Мне рассказали об одном человеке, который знаком, так сказать, с необычными явлениями. Возможно, она сможет тебе помочь. Вот ее адрес. Лукас, ты же знаешь, я во все это не верю. Но я искренне надеюсь, что она сможет ответить на твои вопросы. Надеюсь. Что, снова вскрытие? Отчет о вскрытии всю ночь не давал мне покоя. Вместо того, чтобы ответить на вопросы, он добавил новые. Убийца специально обрек жертву на медленную и болезненную смерть? Есть ли какая-то связь с этим загадочным делом Кирстена? Кто и зачем прислал мне письмо об этом Кирстене? Спарринг с Тайлером как раз то, что нужно. Пора проветрить голову и немного передохнуть. Черт, Карла, ты какая-то хмурая. С тобой точно все в порядке? Да, конечно. С чего ты взял? Хорошо. Давай немного разомнемся и начнем. Скажи, когда разогреешься. Ладно, заметано. Че, как разомнуть, блядь?
Ты охуеешь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Блять, у меня так пальцы устанут. Давай, давай, давай. Восемь. Девять. Давай, 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 давай. Блять, не на то нажал. Десять. Последний подход, и можно драться. А к чему мне подойти? Разминка окончена. Можно выходить на ринг. Пойдемте, ебало уже набью, и все. На этом закончится. Тайлер, ты готов? Йоу, к чему такая спешка? Дай мне еще немного размяться, и я к твоим услугам. Сейчас за этого надо, да, разминаться? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да мне так пальцы сейчас нахуй сломаются. Давай быстрее, блядь. Восемь. Сейчас будет еще 9. 9. А, блядь. Не могу. Тайлер, ебаный придурок. 10. Фу, блядь. А сегодня утром. Ебать, 10 раз от пальца еще отжал. Можно идти на ринг. Сука, вот это было вообще прям жестко. Так, еще один, что ты? Что ты хочешь еще одного, блядь, сделать? Тайлер, ты такой, блядь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Давай, девять, блядь, и 10, давай уже делай, блядь. Десять. Пальцы-то не молодые, блядь. Пора задать жару. Все, пойдем. Карточка. Леди и джентльмены! Добро пожаловать в Лас-Вегас на вечерний матч ужасного Тайлера Майлса и убийцы Карлы Валенти. Да, и кто постоянно несет чушь насчет того, что я веду себя как ребенок? Бля. Все, блядь, ниндзя такие, охуеть. Try it again.
Нихуя! Да как ты это сделала? Да ниндзя, блядь, тут все, сука, ниндзя. Я выросла в монастыре, и монахи обучили меня всем зловещим секретам кунг-фу. Что? Не врешь? Кунилингус. Конечно, ты веришь всему, что я тебе говорю. Женщина, теперь тебе ничем меня не удивить. Ну-ка еще разок. Ну что, кузнечик, если ты жаждешь наказания, я тебе помогу. Опять 10. Повторяйся. Да как ты это сделала? Я выросла в Шаолинском монастыре, и монахи обучили меня всем зловещим секретам. Да, блять, одно и то же. Что? Не врешь? Тайлер, ты веришь всему, что я тебе говорю. Женщина, теперь тебе ничем меня не удивить. Ну-ка еще разок. Ты уже два раза, блять, отхуячил. Пойду приму душ и примусь за работу. Никак не можешь выкинуть из головы это убийство? У меня такое чувство, что у нас нет части головоломки. Ты зря мучаешься. Этот парень псих, в этом все и дело. Возможно. Я хочу найти его, чтобы он не совершил очередное убийство. Мы его поймаем. Парень, который оставил так много улик, когда-нибудь точно попадется. Надеюсь, что все так просто, Тайлер. Правда? А можно сейчас пройду? Хуй-то там, да? Ну, как там расследование убийства в ресторане? У нас есть несколько ниточек, но пока не подозреваем. Сука! С этим делом связано несколько тревожных фактов. Мы знаем, что убийство непреднамеренно и совершено не ради денег. Какая у вас теория? Некоторые детали позволяют предположить, что имело место ритуальное убийство. Выбор оружия, то, что убийца нанес себе порезы, способ, которым была убита жертва, точные удары в сердце. Все это указывает на религиозное жертвоприношение. Возможно, он сатанист или какой-нибудь сектант. Как вы считаете, совершит ли он убийство снова? У нас мало информации, чтобы сказать наверняка. Он может снова убить завтра, или же мы можем никогда о нем больше не услышать. Делайте все необходимое, чтобы этот псих скорее попал за решетку. Ну,
Какой у нас план? Проверить больницы, не поступал ли к ним кто-нибудь с ножевыми ранениями. Связаться со всеми психлечебницами и узнать, нет ли каких-нибудь бывших пациентов, которые находятся на свободе и могли бы такое сделать. Окей, что-то еще? Ага, книжка, которую мы под столом нашли. Гаррет положил ее тебе на стол. Попробуй ее пробить. Хорошо, я всем этим займусь, а ты над чем будешь работать? Мне нужно кое-что проверить. Что ж, что ж, Кена? Сколько себя помню, всегда боялась замкнутого пространства. Когда я нахожусь в тесных комнатушках, то начинаю паниковать, задыхаюсь. Мне хочется немедленно оттуда убежать. Да, все знают термин клаустрофобия. Ну, я решила не давать моему страху управлять мной. Я буду бороться с ним всякий раз, когда он проявит себя. Надо сохранять спокойствие. Все будет хорошо. Я буду глубоко дышать, идти вперед, пока не найду компьютер. Где-то тут должен быть выключатель. Ты заебала. Ты ж такая пойдешься вперед. Я нервничаю. Не могу дышать. Нужно отсюда выбираться. Вернусь позже. Я контролирую свой страх. Давай, блядь. Да ты... Я не могу. Для меня это слишком. Да я не понимаю что-то. Заткнись нахуй. Давай, блядь, иди, пизда тупая. Встала и пошла нахуй. Типа, Вот компьютерный терминал архива. На нем можно просматривать файлы. Сохраненные дела рассортированы по годам. Дело Кирстен должно быть в 90-х. Найти его будет несложно. Свет вырубила. Нужно сохранять спокойствие. Я контролирую свой страх. Терминал не работает. По-моему, тут где-то должен быть выключатель. Угу.
начинается. Руки, они дрожат. Мне трудно дышать. Нужно сохранять спокойствие. Нельзя выпускать свои страхи из-под контроля. Начинается. Руки, они дрожат. Мне трудно дышать. Нужно сохранять спокойствие. Нельзя выпускать свои страхи из-под контроля. Файлы на букву К. Нужно проверить на терминале, тот ли это год. Нашла. Ура, файл, блядь. Пуст. Ни рапорта, ни улик. Ничего. Постой-ка. Тут есть имя детектива, который вел расследование. Роберт Митчелл. Карла попросила меня разузнать про книгу, которую мы нашли в забегаловке. Может, она расскажет нам об убийце. Я поспрашивал в участке и теперь пришел в букинистическую лавку, которой владеет один тип по имени Такео. Какая-то уебанская. Thank you.
Вы что-то потеряли? Мне жаль, что я заставила вас сдать. В вашем присутствии честь для моей скромной лавки. Мое имя Такео. Скажите, чем я могу вам услужить? Черт! Да он вылитый китаец из гремлинов. Если он предложит мне маленькую коробочку с монстром внутри, мне конец. Я разгребал вещи в чулане и нашел эту старую книгу. Я подумал, она может оказаться ценной. К сожалению, я не посвященный человек. Я могу рассказать вам только о книгах, которые продаю. Можете вы хотя бы взглянуть? Вы же наверняка видели подобные книги и раньше. Да, много раз. Да, мне очень жаль, но вам никто не поможет. И на этом спасибо, я пытался. В смысле? На этом все? Типа, блять, серьезно, что ли? Возможно, я могу вам чем-то помочь. Некий покупатель заказал очень редкую книгу. Я ищу ее с утра, но так и не нашел. Ты найди эту книгу, и я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ну и как выглядит книга, которая вам нужна? Просто. Она из той же серии. То и это. Хорошо, я могу это сделать. Принеси священный бриллиант старого горного мудреца, и он отдаст тебе волшебный талисман. Да что я? В компьютерной игре, что ли? Как бы дал тебе корня, блядь. Тут что-то написано карандашом. Моему брату на 18-летие МК. Интересно. Клочок бумаги. Похоже на компьютерную распечатку, тут куча цифр. Эта бумажка выпала из книги. Наверное, это закладка. Надо проверить в кабинете. Брит нахуй.
Подожди, я типа сейчас книги брать не могу, да? Или как? То есть мне до эту книгу писал положить? Судя по всему, да. Блять, не можешь сразу две книги взять или как вообще, Если вы ищете книгу, и ее здесь нет, значит, ее не существует. Хорошо, вот книга. Я думаю, у тебя проблемы с глазами. Мне нужна не эта книга. Да иди ты нахуй, хорошо, блядь. Хорошо, хорошо, буду искать дальше. Я вообще не понимаю, как здесь что. Я сейчас заебу здесь нахуй лазить. Это ж полный пиздец какой-то. Тысячи старых книг. Пахнет пылью и книгами. Интересно, где тут у них комиксы? Блять, по одной книге это, конечно, пиздец, как здорово, блять. Сука. А как мне понять, какая из них, блять, какая? Знаете, блядь. Хорошо, вот книга. Я думаю, у тебя проблемы с глазами. Мне а я думаю, пошел ты нахуй. Слышь, чё? Хорошо, хорошо, буду искать дальше. Кантон, блядь. Так, мне надо понять как-то, блядь, какая там нахуй книга у него. Но она типа красная. Подожди, там типа автора надо было увидеть. В этой размытой хуете, блядь. Где крутого, блядь? Где крутого какой-то, блядь?
А, крутого, вот. 17.96. Второй этаж. Белые, да? Второй этаж белый, блядь. Что там говорят про иголку в стоге сена? А с той стороны есть белые? Так, ладно, потом на третий пойдем белым. Господи. Хорошо, вот книга. Я думаю, у тебя проблемы с глазами. Мне нужна... Я сейчас достану пистолет, и у тебя будет проблема с дырками. Хорошо, хорошо. Буду искать дальше. Сука. Если вы ищете книгу, и ее здесь нет, значит, ее не существует. Здесь камера как-то поменялась, когда он вытащил. Может, наконец-то то вытащил? Потому что я не знаю. Хорошо, вот книга. Ох, Лута, ты нашел ее? Спасибо, мужик. Ножик. Что ты хочешь узнать? Так. А у вас есть клиенты, которые покупают такие книги? Эй, мужик, эту книгу продал не я, если ты на что-то намекаешь. Есть ли способ узнать, кто мог продать эту книгу? Эта книга не настолько ценная, чтобы продавец ее запомнил. Спасибо за помощь. Нет проблем. Заходи еще. Мне кажется, ты меня напиздел. Лукас. Что там у Лукаса? Странно. У меня такое чувство, что я его уже где-то видел. Она живет на этой улице. Незачем искать дальше. Здесь.
Тогда я сам зайду. Тут есть кто? Старая дровяная плита. Кофейник еще горячий. Ничего особенного. Эти вороны сидят в клетках? Нет, блядь. Там живут. Какие-то они уродливые, блядь, слушай. Есть кто дома? Свечники, колдовская книга, жуткая атмосфера. Вы Агата? Зачем тебе говорить с Агатой? Мне сказали, она может мне помочь. Тебе? Скажи, а кому в нашем мире не нужна помощь? Да нет, у меня серьезная проблема. Пенис прям горит. Шишка дымится. Видеть можно и без глаз. Будь добр, юноша. А не уходи без носа. Отвези меня к моим птицам. Там нам будет удобнее разговаривать. Мне тебя на руки взять или как? Сейчас я тебя пожди помоюсь. Медная ванна. Антиквариат ей, наверное, лет 100 или 200. Здесь один сплошной антиквариат. Он ее просто такой вращает. Смотри, прям. Уи. А можно ее на улицу выкинуть просто? Птица уникальное создание. Она может провести всю жизнь, сидя в клетке, и все равно она будет петь. Что тебя сюда привело, юноша? Скажи, на что похожа твоя клетка? Я убил человека. Я как будто был одержим. Я видел, как все происходило, но не мог себя контролировать. Для меня в этой истории нет ничего удивительного. Тебе не приходило в голову, что ты мог просто сойти с ума? У меня было видение, в котором другой человек двигался так же, как я. И еще я видел девочку, которая звала меня на помощь. В буфете лежит мешочек с семенами. Съешь и обосрись. Сделай милость, покорми моих пташек, хорошо? Типа, блядь, если ты мне ничем не поможешь, я тебя ебало потом ебну.
У тебя не было с тех пор каких-то странных ощущений? Тебя не посещали странные сны или видения? Я ж только что об этом тебе сказал, дура. Да, у меня видение. Как будто сама реальность искривляется, становится ужасной. Ты можешь сказать, с чем связаны твои видения? Может, это знак, символ или слово? А тогда бы я нахуя к тебе бы-то пришел? То увидел, что у меня на запястьях вырезан ножом этот символ. Змея. Две открытых пасти. О боже. Что это значит? Что? Я смогу сказать наверняка только в одном случае. Переспи со мной. Ну хоть не переспать, блядь, а то сейчас, я знаю, этих бабок нам начинают разводить молодых. Сделай то, сделай это, потом тебе скажу, но, блядь, залежи мою старую пизду, блядь. И понесется. Ну-ка, бабка, давай ускоримся. Че, нет у тебя переключения скоростей? Ага, Need for Speed. И об стол ее шмяк. Свечи лежат в одном из ящиков. Возьми их и поставь в подсвечнике. На кухне должны быть спички, найди их и зажги свечи. Какая ты, блядь, заебучая мразь, нахуй. Ты ни разу, блядь, сука, не бесишь прям. Печки вон на столе. Да и нож давай заберем. Мало ли чё. Вдруг бабка с ума сойдет. Сразу её загасим. Блять, а ты сразу не можешь все это сделать? Огонь просто такой светится, блядь. Отлично, все почти готово. Выключи свет, задерни шторы и садись рядом со мной. Сделаю все наоборот, блять. Сначала шторы надо зашторить. Так, а у тебя свет включается. Чучело совы. Извините, не могли бы вы повторить, что мне нужно делать? Выключи свет, задерни шторы и садись рядом со мной. А где у нас здесь свет горит? Я не вижу. Он же даже не горел. Единственный способ понять, что с тобой случилось, попытаться проникнуть в твою бессознательную память. Эх, опять тот, я мимо. Кто заставил тебя совершить это убийство, стер себя из твоей памяти. Но в подсознании должен был остаться след. И я могу помочь тебе его найти. Это утомительная церемония. Она всегда сопряжена с риском. Ты хочешь попробовать или нет? Хорошо. Дай мне свои руки.
А теперь закрой глаза. Пасть. Я хочу, чтобы ты очистил свой разум, открыл свое подсознание и дал мне туда проникнуть. Бабка внутри вот меня. Так. Мы все еще вместе. Лукас, ты еще здесь? Да. Я хочу, чтобы ты вернулся в закусочную перед тем, как все началось. Отбрось все лишние мысли и двигайся свободно по своим. Приготовиться. Где ты, Лукас? Я стою в закусочной. Я хочу, чтобы ты вошел в закусочную. Блять, эти кнопки просто рандомные. Я зашел в закусочную. Что ты видишь? Я вижу посетителей и официантку. Ты видишь столик, за которым сидел? Я смотрю. Здесь полицейский. Он сидит за стойкой. Сосредоточься, Лукас. Иди к своему столику. Пришел и не сел за него? Нет, пришел. Моя еда уже стоит на столе. По-моему, тогда я его и убил. Сохраняй спокойствие, Лукас. Скажи, где именно ты находишься? Я в уборной. Там есть другой человек. Что он делает? Он мочится. Пысы. Он ничего не подозревает. А ты, Лукас, где сейчас ты? Я не знаю. Я не вижу себя. Вот я. Я был в кабинке. О, боже, я сжимаю в руке нож. Он меня не видит. Успокойся, Лукас. Сохраняй концентрацию. Я не контролирую себя. Я подхожу к мужчине сзади. Он меня не видит. Я не хочу. Я не хочу. Но я не могу остановиться. Я хочу, чтобы ты снова вошел в закусочную. Но теперь это будет до того, как ты пошел в туалет. Ты понял, Лукас? До того. Где ты теперь? Я снова в зале закусочной. Ты сидишь за своим столиком? Да, я себя вижу. Лукас, что ты делаешь? Я ем. Дрожу. Я ем и читаю книгу. Книгу? Да. Шекспир. Буря. Что еще ты видишь? Я говорил уже, что подневолил меня тиран. Колдун. Он у меня обманом и ложбой отнял остров. Что ты говоришь? Это отрывок из «Бури» Шекспира. Ты читаешь эту книгу, да? Да. Кто-то идет ко мне. Мужчина. Кто это? Посетитель? Не знаю. Наверное, я не вижу его лица. Что он тебе говорит? Я не знаю, я не помню. Сосредоточься, Лукас, ты должен вспомнить. Это одна из моих любимых книг. Жаль, что сейчас так редко читают Шекспира. Вы не против, если я по мне надолго подсяду? А, я это... Мужчина сел за мой столик. И теперь к нам идет официантка. Сэр? Кофе, пожалуйста. Официантка? Она его как будто не видит.
будто он невидимка. Про бурю так много всего написано. Особенно про волшебство. А что происходит теперь, Лукас? Я не знаю. Этот человек излучает очень странную энергию. Это сложно описать. Продолжай, Лукас. Что было дальше? Он меня из-за силы. Вы верите в силу магии? Нет, нет. Слушайте. Вы ошибаетесь. Знаете, в нашем мире много такого, что нельзя увидеть простым глазом. Ваш кофе, сэр. Спасибо, Кейт. Официантка принесла ему кофе, но говорила она со мной, как будто его заказал я. Она не знает, что он здесь. Она его не видит. А что происходит теперь? Послушайте, извините, конечно, но я хотел бы поесть один. Настер, Наштитлан, Кастанечли, Квештитлан, Нар, Штитлан, Кастанечли, Настер, Квештитлан. Я парализован. Я не чувствую своего тела, не могу пошевелиться. Мужчина, Лукас. Где мужчина? Он встал, он вышел. Теперь он у меня в голове, он управляет мною. Иди за мужчиной, Лукас, быстро. Я приказываю тебе идти прямо за ним. Он выходит через черный ход. Иди за ним. Ваши разумы теперь связаны. Ты видишь то же, что и он. Зачесалось брюхо. Или что там? Агата, вы же знаете, что это был за человек. Нет, я не Нет. знаю. Я не уверена, кто это. Да пошла ты, вы старая знаете, корга. Вы все поняли, ты, еще сука, знаешь, а мне холодно, блядь. На руках. Агата, что означает... Трещи его вот так вот, скажите, блядь. Что он со мной сделал? Лукас, тебе нужно идти. Я больше не могу для тебя ничего сделать. Я же тебе свечку в жопу занес. Можете хотя бы объяснить, что со мной творится? Он заставил меня убить! Я хочу знать, мне нужно это знать! Мне нужно кое-что проверить. Сегодня мне больше нечего тебе сказать. Приходи завтра вечером в это же время. Я смогу объяснить больше. Вот пизда старая. Инструктор Митчелл, вон он, на предпоследней дорожке. Спасибо. Так, ну на этом все, мы заканчиваем. Так, давай удачи тебе.